По проводам огонь распространился на трансформаторную подстанцию. В результате повреждения без электроснабжения остались часть потребителей улиц Рос, Северной, Московской, Конституции, а также Центрального рынка. Бригады сочинских электрических сетей незамедлительно приступили к восстановительным мероприятиям и организации электроснабжения по резервной схеме. Основная часть потребителей была запитана в течение 20 минут. Восстановить электроснабжение всех жилых домов энергетикам удалось к 22 часам.